Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 23 августа 2021 года, понедельник. Мы сегодня поедем, видимо, играть в клуб, в другой. Я вам говорила, что мы выезжаем по средам, и вот 2 недели назад мы съездили в клуб, которым по понедельникам. Не в каждый понедельник, а через понедельник. Такие же музыкальные вечера, как и в том баре, куда мы ездим по средам. И мне там понравилось больше, чем предыдущим, потому что у них оборудование стоит лучше. В том баре тоже они микрофон передвигают по кругу ко всем играющим, а здесь установлены большие хорошие колонки и установлен микрофон. И желающие поразвлечь публику выходит и садится на стульчик. Стульчик почему-то поставили барный, и вы увидите, что Лэри там как птичка на жердочке сидит. Но, тем не менее, я сделала запись и хочу именно из этого клуба опубликовать по вашей просьбе, кто хотел послушать, как он играет. Я не планировала записывать, потому что у меня уже лежали записи со среды, и они еще не были обработаны. Но он заиграл мою любимую песню. Поэтому мне пришлось срочно доставать телефончик и записывать. Поэтому первая любимая моя песня будет не сначала. Он сыграл 3 песни, каждый раз выходя с новой песней. И 2 я хочу вашему вниманию предоставить. Сейчас на них посмотрю, как они звучат. И дам вам возможность послушать, как мой мужчина играет. I see your lips. Summer kisses, summer hands, I lose the hope since you went away. The days go long, and soon I'll hear song. But I miss you most of all, my darling, with all of me, begin to fall. This old Toad song is really about a guy who lost his father. Thank you.
taught me how to live. What is all? What is all? Never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Всем желаю интересных хобби, которые будут вас захватывать и держать вас очень занятыми. Вот я сейчас здесь сижу, а он дома тренируется к сегодняшнему вечеру. Здорово!